Здравствуйте, дорогие друзья! У меня растет вот такая вот красивая сосенка. Хочу размножить абсолютно другой сорт. Вот такую вот веточку принесла. И посажу ее в землю. Попытаюсь вырастить из черенка. Веточку другого сорта сосны я замочила в воде с добавлением эпинекстры. Также замочила здесь семена сосны. Для размножения берем веточки сосны и семена. Семена получаем из шишек. Шишки у нас находятся в сухом теплом помещении. Из них высыпаются семена. Затем эти семена мы помещаем в раствор эпинекстры на 4 часа. Одновременно находятся в этом растворе и веточки сосны. Через 4 часа мы конец черенка сосны припудриваем порошком корневина, сажаем в грунт. Рядом сажаем семена сосны.